Руан и Илана, они кентер, uh, они сейчас uh, живут в Израиле уже долгое время и uh, служат сейчас uh, вместе uh, месте uh, компании, христианской компании по, uh, по названию God TV. Representatives of God TV, right? Yes. Okay, один, два, три, там, да. И э, Бог делает через них много работы среди еврейского народа, особенно евангелизации. Он сильный, хороший евангелист. Евангелист. Yes, да. он, он сказал «Ой». Когда у нас в Евреи говорят «Ой», мы даже «Ой-ва-вой». А По-русски, по по помните, там говорят «Горе мне». Так вот, как бы так. И э, у них трое прекрасных девиц. Одна замужем, да? девочки, у них три девочки, а у нас было три парня, Вот по той улице называется Дерибасовская, они ходили за ручки все вместе. За ручки. Да, да, да. Ну ничего, там были еще разные истории. Не будем стеснять нашего сына Давида. Ну ничего. Давид, где ты? Uh, поэтому uh, они uh, сегодня с нами, и мы очень рады, что вы здесь. I'm so glad that you're here. Would you like to say yes, something? Yeah, yes, she Она всегда любит поговорить. <laughs> Ой. Так, включается. <laughs> включается. Все. Слава Богу, да? <laughs> О! <принято> я говорю по-русски чуть-чуть, немножко. <laughs> I surprised you, right? Да, да, да. I remember a little bit. Uh, я помню немножечко. 28 лет? 18. 28 лет. Really 20, 20 лет МЧБ, она 28 лет назад жила. 18, years. 18 лет назад. And мы жили здесь. Up, утром я проснулась. Was, я прошлась к тем местам, где мы жили. Мой, наша квартира была. Я плакала. Потому The memories and the wonderful thing that happened to us here. Our kids were that little. <laughs> and they were going to were going little. Our were the mafia in the town. were <laughs> mafia. <laughs> But I'm, I'm so glad to see what God is doing here in, with Valentin and Tatiana. They're dear friends of us. Uh, I'm so to here. And I'm so blessed to be here. Thank you very much. <laughs> <laughs> yes. Don't cry. It, it's very special to me. Your people are very special to me. And, and I know God is going to use more of this congregation ever before. God bless you. God bless you.

В 2010 году мы привезли команду молодежи сюда. Мы проповедовали здесь в Одессе и делали большую евангелизацию в Хмельницком. Но что-то особенное в этом городе. Я скажу так честно, я скучаю. There's some things I don't miss. Нечто я не, зачем я не скучаю, есть то, что зачем я не скучаю. Мужик, который держал спортивный магазин Reebok, который был под нашей квартирой. Который обещал меня убить. The lady with the mandolin. Женщина, которая ходила по Дерибасовской с мандалиной помните, это с балалайкой такой, которая пела одну и ту же песню целый день, целый год. Но я скажу так, что есть больше, чем просто, ну как сказать, чем не скучаю. Но хочу так сказать, что я переполнил той радостью с миссис Иланой, что мы здесь, обратно в Одессе. Мне попросили поделиться такой темой, как служение команде. Давайте помолимся. Мы просим, Отец, Твоего помазания, Твоего благословения, Твоей мудрости, Heal our, heal our hearts. Let us be whole. So that we can lead in Yeshua's name. Amen. Uh, a few years ago, I had a great opportunity. Uh, I became uh, the leader of a congregation in Tel Aviv. It's not really something I was seeking. Это не то, что я искал и чего я искал. In fact, I was a я скажу так, честно, мне мне было страшно. I enjoy and мне мне удовольствие проповедовать, учить. We've held large in Мы э, у, устраивали большие э, такие евангелизации в Африке. But a is very Но я скажу так, вести, вести общину это совсем другое. And for many years, I had said to myself, себе, if I ever have the opportunity to lead a congregation, быть, общину, I'll do it as part of a team. Бы бы I have seen pastors who believe that they must do all the work.

I've seen big congregations fall apart. And because they were built upon the personality of one person. And I said, God, if I ever have the opportunity to be the senior leader of a congregation, I'm going to build a team. Most the, the most important reason is I'm not a pastor. You see, another thing we get wrong is we think that the senior leader of a congregation is a pastor. What do we call the senior leader? And I come from America. We say, Oh, he's the senior pastor. But the, the but the Bible says that God gave five gifts to the congregation apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. They're one of five gifts.

И евангелист может быть главным служителем или старшим э, пастором. Или даже учитель может быть э, старшим служителем. And a can be a и даже пастор с пасторским даром может э, быть э, старшим служителем. Prophets, not so much. <laughs> а, пророки не очень, я так скажу. Yes, Но даже и пророки могут. But they need help. Но им нужна помощь. Very Они очень эмоциональные люди. But, uh,

как бы сказать, разваливалась и уменьшилось количество людей. Для меня это было очень, как бы, ну так, заводило меня, у меня была перспектива. Потому что я так много прочитал книг, я говорил всегда, как... Читая книгу, вот я вот так поступлю, когда у меня будет возможность. А теперь была возможность, насколько эти книги правы. Лишь по одной причине, если вы читаете что-то в книге, оно не может стать реальностью вашей жизни. Вы можете прочитать о смиренности в книге. В книге вы можете также почитать, как прощать людей. И ты читаешь, говоришь, да, я стану смиренным человеком. если люди мне делают больно, я буду прощать их. Пока тебе не дадут. когда тебе станет очень больно, тогда это станет реальностью. Often in the books, they don't mention one little word. Uh, очень часто в книге не употребляется одно маленькое слово. Плоть. The They don't В книге не написано, что вот этот старый ветхий человек в тебе начнет возрастать в своей ненависти. И будет говорить не смиряйся. Не прощай. And there's a war. It a war. Now, once you get through that, then you can write your own books. But until then, it's just a theory. So, let me give you some of the things that we did. Because I strongly believe in team leadership. One of the things I did was call up all of the elders on the phone. Что я сделал однажды? Я позвонил каждому служителю. Я сказал, я хочу, чтобы ты продолжал нести служение служителя. С одной отметкой. Если ты возьмешь ответственность и власть. До тех пор, как бы, всего лишь было, ну, как бы, печать, что я служитель. Они встречались всего лишь два раза в год. У них не было власти никакой. Я говорю, если вы не готовы со мной спорить, если ты не готов со мной бороться, я тебя не хочу, чтобы ты был вообще моим служителем. Я не смотрю за

И они приняли это. Настолько сильно, что я через шесть месяцев мне пришлось пойти к одному из них поговорить. Помнишь, когда я тебе сказал, чтобы ты был сильным, брал власть? Чтобы я говорил, ты можешь быть свободен со мной спорить? Я потом говорю, хорошо, только не всегда. <laughs> and he received that. <laughs> and, and he's now the senior leader. We, we recently laid on him, and he's now leading the. We we recently laid on him, and he's now leading We recently laid on empower and he's now leading and that takes faith, and that takes trust, because once you empower them, То время, когда вы их снабдители выступает в силе, они могут против вас и пойти. Они могут разделить общину. Это и красота, и трагедия, как строить общины. Вам нужно научиться брать этот риск. И я прошел в 52 years.

They had to do it against their best friend. And, and, not, not, and not just me, the other elders. You see, I, I, I think of the story of Queen Jezebel. You know who she, who she surrounded herself with? With, with eunuchs. Это я даже по-английски понимаю этот самый по-русски. Филипп встретился с евнухом. Слово евнух. А то у нас слово другое. Вы знаете, что такое евнух, да? Они прошли операцию сделали ему. И они потеряли что-то. И это что-то связано с тем, что человек быть мужчиной. И то, что они потеряли, это соединено с тем, кто они, кем они должны быть, мужчинами. И она из себя окружила этими евнухами. Представляете? Дайте мне это. Дайте, принесите то. И это, ну как, она сильная женщина была. убил 800 с лишним Uh, and then he ran from Jezebel. That's how powerful the demonic spirit of manipulation was inside what of her. But you know what we see at the end of her life? Maybe this is 20 years later. She's a bit older.

And she begins to flirt with him. And Jehu looks up to see who's up there. And he says, Who is for the Lord? And the Bible says, Two or three eunuchs. We, we are. Amen. Come on. Do you understand how, how much courage that took? <laughs> Elijah the prophet was afraid of Jezebel. <laughs> and these eunuchs found courage. <laughs> in the authority and zeal of Jehu. под властью царя. And they said, we're for the Lord. And then he said, throw her down. А What? <laughs> but they did. And, and while physically they could never be restored to what they were before they became eunuchs. Можно обновить то, что потеряли, потому что они стали евнухами. Но в духовной сфере они были восстановлены, сильные в Боге. Наше призвание как служителей лидеров, чтобы восстановить вот эту силу и надежность, чтобы поднимать лидеров, давая им власть, не контролировать. Not just to say, hey, you work for me, pal. But to release them. And those, I, I don't know what those eunuchs felt in that moment. But they found freedom. And, and they, threw threw her, her, they threw her out the window. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now listen. Don't throw anybody out of a window. Пожалуйста, никого сакон не выкидывайте. That's not the point. Не 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 в этом смысл. The point is restore, restoration. Но сам смысл в то чтобы восстановление власти в теле Господне. Taking broken people, брать или приближать разбитых, может быть тяжелых людей, breathing the life and love of God into them. вдохновить их в Божьей любовью и силой, и жизнью, и высыпать их как служителей. Это то, что мы сделали. Эти люди, которые в нашей общине, они не были евнухами, но мы стали действовать как команда. В книге Деяния апостола мы не видим, чтобы люди служили в одиночку. teams. Мы видим апостольские команды, которые были высвобождены. 13, Paul and are praying with other elders and teachers Павел и Варнава, они были в команде и они учили. 15, Тимофей, Сила, Павел, и они все были высвобождены. And when Philip went by himself to Samaria, very quickly the Jerusalem team sent Peter and John. The idea of being alone in ministry is not biblical. So we built a team. Нам нужно строить команду. Если вы ведете команду, тогда вы должны быть уверены в том, кто вы на самом деле есть. You would be surprised how many leaders of congregations are not secure. Вы будете очень удивлены в том, что Найдете, что многие лидеры общин, они не уверены в себе. Они оценивают себя по принципу, насколько община пользуется ими. Потому что у них есть нужда, чтобы их ублажала община. А это не очень здорово. Because that then filters through everything you do. Потому что начинает фильтроваться через, они начинают фильтровать тебя через все, что ты делаешь. У меня был друг пастор и он был в charge of a large fund of money. Он был возглавлял фондаментальную организацию, в которой имели финансы и так далее, и тому подобное. И люди в церкви приходили к нему за деньгами. А вообще, люди вообще не приходили к нему по одной причине, потому что у него были возможности uh, и доступ к финансам. And he would use that money to buy и фактически, используя финансы, он um, как бы пытался получить uh, уважение, to, to buy чтобы купить себе дружбу.

Да, у тебя должны быть люди, которые... Ну, ты подчинен им. Которые должны, эти люди, осматривать каждое прошение, которое дается. Чтобы люди не могли манипулировать тобой, чтобы получить финансы. Ему не понравилась эта идея. Потому что это все было для него как инструмент. Лидер не может быть а для лидера он невозможно, чтобы он был, знаете, он должен быть быть уверенный, наоборот. И также должен быть полностью исцеленным человеком. Но свое твердость и уверенность ты находишь только в Боге. Now a lot of people do what they do for certain reasons.

Or how will this be viewed by other pastors in the city? There's only one thing we're supposed to care about. What does God think? Now listen to me. I want my congregation to like me.

Призвал меня делать. Не фильтровать через мышление, что думают другие. Но чтобы быть откровенным, это не означает, что я должен делать все мои решения один в одиночку. Я должен посоветовать. Вы должны понять, вот не это, я хочу что-то сделать. Я хочу, чтобы вы понимали, что нам нужно иметь понимание уверенности в себе. Я думаю о царе Сауле. Он был милый. Он был высокий. Он был сильный. He was Но он был неуверенный. И so после того, как Давид убил Голиафа, они начали петь, Давид убил его тысячи а Саул его тысячи когда люди начали петь, Саул сотни, а Давид тысячи победил. Саул <laughs> uh, должен был сказать, Слава Богу! Look at this young man that I've Посмотри, up. я поднимаю этого uh, молодого юношу. А теперь him. Бог его использует. We're a team. Oh, мы команда же, правда? Но Саул, uh, он был... He cared more about himself than the kingdom of God. He was scared of David's success. And there are many leaders around the world just like Saul. A young man rises up in his midst. Между, uh, общиной, людьми, he has anointing, the gift of God. And he gets scared. Maybe его. the people will like him more than me. Oh, быть, люди, больше, Listen, if the people in my congregation like the new senior leader more than me, полюбили больше сегодняшнего старшего служителя, чем меня. Значит, я сделал хорошую работу. Я могу сказать слава I Богу. Want them to like him. Я хочу, чтобы они любили его. Но очень много пасторов. Когда любой человек с Божьим помазанием, любой, кто приходил с даром Божьим, они не уверены, или как что происходит, они пытаются их вытолкнуть из общины. И остаются такие служители с людьми, которые, как евнухи, постоянно говорят, да, сэр, да, сэр, все, что вы скажете, все, что нужно сделать. Людьми, которые никогда с ними не спорят. Я хочу сказать, если вы хотите быть служителем, You have to be for the team. Not afraid of the team. You have to rejoice when they succeed. One of the reasons that I love working with Asher and Trader. Uh, причина, почему мне нравится работать с Ашером и Дэн Джастером, тот, кто был у основания Мессианского Библейского Института, всегда, когда я был успешен в одном или другом служении, они всегда радовались и были горды тем, что я был успехом, как отцы. И они не были напуганы моим успехом. И это то, как мы должны быть. We want people to be raised up who are even more anointed than us. You see, I've had leaders say to me, Ron, all we care about is the will of God in your life. What they're really saying is, don't ever disagree with me. <laughs> Все, что они пытались сказать, как бы таким образом, слушай, they want, не, не спорь со мной. Я знаю, что тебе нужно это Божья воля. They want the will of God in my life, они хотели бы, чтобы Божья воля исполнялась в их жизни. As long as it helps build their но uh, до тех пор, пока uh, помогает поднять и утвердить их личность. Но когда Ашер сказал мне, Рон, ты можешь делать что что хочешь Я буду поддерживать то, что ты делаешь. Я хочу, чтобы ты исполнил волю Божию в твоей жизни. Я знал, что это он уверенно сказал. Нам нужно в первую очередь исцеление. Когда я, когда пришел в царство Божье, то, когда стал верующим, честно, я был вообще испорченным ребенком. У был отец, который был очень холодным и у меня был отец, и он есть, который отделил себя от, на, от семьи и был, можно сказать, холодным таким. That father-son relationship is so important. И для жизни человека отношения отца и сына это очень важная тема. А такой любви от своего отца я не переживал никогда. In fact, when I became a believer, we went from having a bad relationship и с Из того момента, когда я стал верующим, и наши отношения от плохих стали такими ненавистными. And I didn't think that affected me. Я не думал, что это на меня каким-то образом повлияло I was so excited as a young believer. А я был такой, знаете, горящим верующим человеком, молодым юношей. But within a year. Через год буквально. I began to see God like my dad.

Uh, и Бог послал в мою жизнь человека, который объяснил любовь Божью. I I я думал, что я должен заработать Божью любовь. Я должен час хотя бы в день молиться. Я должен делиться Евангелием с каждым человеком. But it work. Но это не, не сработало. Если вы хотите заработать Божью любовь,

И во время многих лет Бог исцелял меня. He would restore my relationship with my father a little bit more. И с каждым годом Бог восстанавливал мои отношения с моим отцом. To the point that today he's like my best friend. До такого состояния, что сегодня это мой самый лучший друг. If you buy a book from me, если вы возьмете, купите книгу мою, my father sends it to you то мой папа посылает, то другими словами, мою книгу покупаете, а мой папа ее отсылает. Это тот, кто ненавидел меня. А теперь он высылает мессианские книги людям. И он звонит ко мне. And he just loves to talk to me. И он э, ему нравится со мной About разговаривать. Politics, о политике. Anything. О, о чем либо. И я не могу вам объяснить, насколько сильно это исцелило мое сердце. Чтобы иметь эти отношения. С ним. It has enabled me to lead, knowing that God is with me. И это помогло мне вести народ, потому что Бог со мной. Not looking for my, what's the word in English? Not looking for my validation. Oh boy. Not looking for my self-worth. No, 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 no. Okay. <laughs> <laughs> and how the congregation reacts and to whether they say, Oh, that was a good message. I don't need that. Because I have God's favor. Now, I like it when people. Мне нравится, когда Say люди nice говорят об этом хорошие слова. Если бы, конечно, все повернулись и ушли, это было бы больно. Но моя убежденность и моя твердость в Боге. До тех пор, пока старший служитель не найдет утешение и утверждение в Боге, он не сможет построить

вставляние ножей в спины. Нам нужно. быть исцеленным. Нам нужно, знаете вот, старо-русское такое, ковенантные я сейчас подберу слово специально. Это когда заветные отношения, то есть сильные заветные, глубокие заветные отношения. Эти отношения должны быть реальными. Если вы хотите поднять настоящих лидеров со власти, которые действуют, не просто тех, кто набирает на работу или работников или волонтеров. Вам нужно поделиться своей жизнью с be a deep between you. Должно быть uh, доверие, глубокое доверие между вами. So when going a crisis когда они проходят через кризис жизни, вы не должны будете говорить, «О, это не моя проблема».

Но Йоганан или Джонатан и Йонафан, я же все языки попользовался, еще и украинский треба разговаривать, еще может починать, и польский ты даже, но у него была более смиренная позиция, чем у Давида. Он должен был быть царем. I mean, this is a beautiful picture of a healed man. Это прекрасная картина исцеленного человека. И что больше, Янафан нашел это исцеление, потому что вообще-то его, его папа был психопат, a он психопат был, He was a он убийца был, He was mean. ужасный Poor человек. He tried to throw a spear through him. And Jonathan grew up in that house. And somehow he was humble. He wasn't weak. You can be strong and humble. Jonathan was a warrior. И Иоханан, был воинственным человеком, а также был приломленным. Разве это не красиво? В тот момент, когда Саул пытался убить Давида, В заключает с ним этот момент я понимаю. Я понимаю. Я Давид знаю. и Анафан, они делают завет. They made a они сделали завет. И Анафан говорит, я знаю, что ты будешь царем вместо меня. That is so Это абсолютно неприемлемая картина сегодняшнего дня. Было бы нормально. И просто убить Давида прямо там, вместо того, чтобы смириться и сделать завет. Если бы мы были такими Енафанами в наших служениях, не пытаться сражаться или же достичь каких-то собственных целей. И радоваться, когда Бог использует других.

And he it was just a big thick manuscript. It wasn't even a book yet. And he was teaching through it in a in a course I was taking. And it, it was so.

<laughs> это была любимая моя рубашка. And it was just a shirt. Конечно, это была просто рубашка. But it was a sign of Но это более того, это был знак завета. Конечно, 30 лет спустя Still in ministry together. мы в служении вместе. And you know, over this past year, really has За прошлый год что-то удивительное произошло, я вам хочу сказать. В нашем uh, движении, мессианском движении, я всегда был, ну, типа, самым младшим. And I joke with Dan я всегда сутил с Дэном Джастером. Uh, я говорил, Дэн, скоро, uh, в один день тебе исполнится сто лет. And I'm be 85. А мне будет восемьдесят пять. <laughs> И ты будешь представлять меня. И ты будешь говорить, вот здесь, uh, среди нас есть молодой человек. «Меня 52 but уже, а я еще молодой». «А теперь mm -hmm. «А я mm -hmm. «Раньше это меня доставало, а теперь mm -hmm. мне это нравится, but you know, our что our our я еще молодой». Чем старше мы становимся, наши отношения меняются. «За прошлый год». «Я буду в Америке». I was in America. My phone rings. Я был в Америке, вдруг звонит мой телефон. And it's Asher. И звонит Ашер. И он говорит, Рон, я, я вот борюсь с мыслью одной. A decision. Решение мне нужно принять. I know what you think. И мне надо, чтобы э, э, именно твое мнение об этом. What? Ой. What? I'm the young man. <laughs> я же молодой человек, я же юноша. А что я знаю? Но, not, not like no, конечно, не так. Он теперь спрашивает у меня совета. And then another one of our leaders, Eitan Shishkov. We just, the other day we spent seven hours together. And he's, he's saying, Ron, I've got XYZ. What do you think I should do? Now it's not an issue of pride. Это не вопрос hey, гордости. <laughs> Ты хочешь моего мнения? Это плод роста совместного роста вместе. 30 лет вместе. А теперь они начали ценить, что я думаю, о чем я думаю. Вот это то, что вы хотите. Wouldn't it be great that if you lead a congregation?

я вам скажу так многие лидеры не способны наслаждаться этими отношениями workers они смотрят на все как будто они должны что-то делать обязательно как рабочие you work for me. Ты на меня работаешь. Хочу сказать вам, дорогие друзья, если вы лидер общины, это не ваша собственность. Это не бизнес. Это не корпоративный или же бизнес-мир. Это семья. И Бог наш Отец. So we have to have that И нам нужно эти отношения. And we need to list this is my final point we need to, last, we need to be willing to listen to our team members, to 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 our team members. Now I was just recently uh, we have, a, a, network we have a, a network in Israel of eight congregations and we were all together all the leaders, we all together, all the leaders. And, we the and we were praying about the future And when you get strong leaders together, Я вам скажу так, когда у вас uh, собираете сильных лидеров, That's intense. Ой-ой-ой, это And очень Israelis Сложно are, становится. Israelis speak their mind. А израильтяне еще мысли все свои высказывают слух. And uh, we had to listen to one another. Мы должны выслушать друг друга. And there was some fighting. И я вам скажу, это было сюрприз и даже In довольно интенсивная In борьба. Fact, at, at one point it, it almost got violent. Я до что мы чуть ли в Варкопашу не пошли. Я не скажу между кем и кем, но это уже может, знать этих людей. Они даже по плоти пошли. Но после трех дней stronger. мы стали сильнее. Мы начали слушать друг друга. Я думаю о короле Рахабоам.

Папа твой так много брока наложил на всех. Yeah, relax a bit. Расслабься, пожалуйста. Don't, don't be so tough on us. Не, не будь жестоковым. We'll И мы будем служить тебе. И для Раама уже было uh, слово от uh, пророка, что он будет царем. И фактически был... Uh,

Послушайся народ, сделай милость, и на самом деле они будут твоим народом, будьте тебе служить. А потом пошел к своим пацанам, с пацанами, которым он вырос, курящих травку за папиным кварталом, Слушали рок-н-ролл. And they, you, you, you ever see somebody become famous suddenly? And suddenly, all the people that he hung around with want to be famous too. То все, с кем он дружил, внезапно хотят быть с ним дружны и быть знаменитыми тоже. We, we see that in the world. в спортивном мире, это так заметно. Тот, кто был никем, вдруг стал прекрасным футболистом. А у него еще старые друзья. Мы по-английски называем это те, которые вешалки, да, вот. Вешаться на того, кто стал And звездой. They're, they're smart Они не совсем, как бы сказать, благоразумные. И Ревам идет к той команде, с кем он вырос. И он говорит: do you think I do? Что делать мне? Nah, don't to those не слушай их Абсолютно. Ты должен наоборот быть жестче, чем твой папа. не слушал своих

Give them real authority. Oversee them. Give them feedback. But give them authority. We're called to restore manhood to leaders. Number two, you have to be secure.

Looking for their approval in places other than God. Look at me. God loves you. God loves you. God loves you. You can't make him love him, love you more than he loves you. He's, ex He's excited about your life. И ему нравится ваше служение. И ему нравится то, что вы делаете ваше служение. Но как он будет вас использовать? То э, вы должны понимать, что вам не нужно заботиться о мнении других людей. Будут люди, которые любят вас, и будут те, которые будут абсолютно не ненавидят вас.

мы утвержденные в Боге. Мы очень имеем безопасность в Боге. Есть люди, которые меня ненавидят. Нормально. А вот в эти три года меня называли контролером большим. You know why I was called a control freak? Because I wouldn't let a new immigrant preach in our congregation. Because we're a Hebrew-speaking congregation. Because we're a Hebrew-speaking congregation. So, if I'm not a control freak, that means anybody can do what they want to do. That's a whole other message. It's, I am a control freak. I am very passionate about God's government in the local congregation. And yet, we have different people preaching all the time in Hebrew. I've been told, oh, so many horrible things. <laughs> but that's okay. That's part of being a leader. But to the extent that you are a healed person emotionally, those things won't bother you so much. And then number three, develop real.

He said, if you put a gun to my head <laughs> and said, take me to the pastor's house, he said, you'd have to shoot me. Because I don't know where he lives. I've never been to his house. Do you understand my point? He wasn't building relationship with his team he just had people working for him you got to be over their house them over your house that's building a team covenant relationships and then lastly listen to your team и слушайте свою команду это последнее that can be frustrating.

Потому что не всякая идея от Бога. But, but I think it's God. Но я думаю, что это от and Бога. And И я говорю своей команде об этом. And we're gonna do this. А мы сделаем вот это. And we're gonna do that. И это сделаем. And God's gonna the money. А Бог даст нам финансы. It's gonna be great. И это будет классно. И я посмотрю через комнату. And I see one of them. один скажет. Нет. Нет. нет? Ло. Бог мне сказал, как нет. Но я дал команде эту идею. В нашей общине, которая у нас есть, мы захотели сделать кафе. Для нас это бы стоило огромные деньги. Но все были довольны. Кроме одного. Вы знаете, что я сказал? Я сказал, что я верю, что это Господь.

это не демократия, друзья. Если один человек тормозит и говорит, никуда не идем, а пятеро говорит, идем. Этого одному тормозящему скажешь, лучше так. Мы либо с нами и вперед, но вы молитесь вместе, вы говорите вместе Потому что у служителей есть власть. Нужно слушать их. Аминь? Okay, well I, thought, I hope this has helped you. And the exciting thing for me is that these are real in my life. Not just theory from a book. We, we, we took over this congregation, And we put these principles into play. And the congregation doubled

благородно перед Богом. Благородно желание быть лидером. Аминь. Аллилуйя. А, да, да. Мне нравится, что жена всегда может что-то досказать потом. Сказать, Рон, спасибо, я хочу сказать. Да. Yes, you. You might have когда Рон говорил, я почувствовала. My control freak husband. Мой муж, который, как бы сказать, сумасшедший контролирующий Но он любит Бога так сильно. he's not really На самом деле, он не a Он. очень, как бы знаете, сладенький такой вообще хороший. But um, I felt like as uh, as he was talking. Когда он говорил, я почувствовала. All, Первое. Я, я, тебя God, Бог, я тебя люблю. я тебя люблю я Бог, я тебя люблю. И я почувствовал, что Бог хочет, чтобы вы восстановили ваше сердце um, к Нему, наклонности к Нему, к Богу. The pain between your parents. И боль между вами и вашими друзьями или же э, родителями? The pain and wife. Боль между мужем и женой? Между вашими детьми? И я просто что много людей Есть многие люди, которые держат эту боль на себе. And, and а Бог хочет высвободить эту боль. So I just felt like to pray with you in Hebrew. If you're the one, you can stand I up хочу, and I'll just если, pray, for if if pain, I pray for you. Hebrew, that God wants to free you from all this because stuff. Has because he have he wants you to keep going and restore yourself to Him. You to yourself to him. Come, 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 come. I've been through Shalom. this pain. Я сама прошла через это. Люди меня ненавидели. Я, в то, что я, ненави... я в то, что я верила. You know Мои, э, мой еврейский народ меня отверг. Но также они Иешуа отвергли. So я знаю, что есть здесь что-то особенное. Иди сюда. Иди. I saw you. <laughs> иди сюда. Я тоже тебя смотрел. When God gave me this, I saw it, saw it for your son. Я, когда Бог мне дал это слово, я видела тебя со твоим сыном. But God loves you. Бог любит тебя. <laughs> очень. Очень, очень. <Thank> Аллилуйя. Oh. <laughs> okay. Well, I'll just pray in Hebrew, okay. Okay. אני רק מנסה לומר בעברית, אלוהים בשם ישוע, <laughs> אני מתפללת בשביל <laughs> הקבוצה הזאת, אלוהים, שתרפא את הלב שלהם, שתרפא כל דבר שיש להם בלב. אלוהים, אני מתפללת שתיתן להם משיכה חזקה. אלוהים, שתשתמש בכל אחד אחד. כל הכאב של ההורים, של הילדים, של הבעלים, אלוהים, שאתה תביא להם... בחזרה את, את האהבה שלך אלוהים, שהם ידעו אותך, שיכירו אותך אלוהים. אני מתפללת שרק שתשלח רוח חזקה שתזרח שת, ותפרח עליהם אלוהים, והם לא יוותרו אלוהים, שתיתן להם יותר כוח וכוח בשם ישוע המשיח. אמין. הללויה הללויה. Is... Right let your spirit הללויה. Touch every heart here. And bring healing. Wounds from our parents. We pray you would heal right now. Let us see you as you really are. Full of love, compassion. You're rejoicing over our lives. Let us see you. And heal our wounded hearts in the name of Yeshua the Messiah. Receive that healing right now. I break every lie of the devil that says you're not worthy, that says God will destroy you. I break every stronghold. In Jesus name. Va ime Isusa. Yeshua the Messiah. Yeshua Messiah. Be free. Будь свободен. Be free. Будь свободен. Amen. Amen.